Здрасте. То доброго дня, дядьку. То и так, здравствуйте, дядьку. Где я? То вы, дядьку, дома. То и так. Стоп. Где дома? У вас? Теперь уже у вас, дядьку. Так, подождите. Как я сюда попал? На самолете? Не, дядьку. На собаках. Да ну, бред какой-то. Так, где моя охрана? Охрана где? Я где? Да вы ж коли приехали, вы ж потом собак отпустили. Кошмар, ничего не понимаю. Ух ты. Слушайте, а что это с вами, мужики? Я смотрю, нога забинтована, шея. Что-то случилось? Ничего, дядьку, то вы ночью трошки бузили. То я? То и так, вы нам трошки забора поломали. Какого забора? Вы что? Бетонного. Чем? Ногой. Какой ногой? Вы что? Вот этой. Оцей ножкой. Ладно. Слушайте, а что у вас в доме набросано так все? Вон, смотри, накидано. Пшено рассыпано, варежка лежит. Зубы? То дитки с Колейку вам колядувать приходили. Когда? И вовремя. Слушайте, ну ничего не помню. Мужики, а как вас зовут? А вам як нас мати називала, чи як ви нас вчора? Ну, знаете, товарищи, ну как вам будет удобнее, чтобы... Тоді козли. Так, мужики, давайте без юмора. Слушайте, есть что-нибудь, ну так сказать, ну плохо же, ну зараза, ужас. Зараз трошки есть. Есть? Держи. Ну, слава богу. Фу, ладно. Хочу поднять этот бокал. Смотрю, немножко вас вчера отпраздновали вместе, трошки, да? Ну, а что же вы хотели? Потому что праздник, потому что Новый год, потому что 1 января. Фу. То третье. Что третье? 3 февраля. Февраля! То и так, 3.02. Ё-моё! Что ж я дома скажу, а? Жінці? Да, жінці, Ренату. Ну. Ой, кошмар. То ви йому, дядьку, вчора вже все сказали. Що йому сказав? Говори, що сказав. Ну, щось таке не дуже приємне. Боже, от ідіот, а. Оце ви з цього почали, з так... ідіота. А ну, говори, що було. Потім, дядьку, ви сказали, поїхали зажигати. Так. І підпалили сарай. Чей сарай? Мого сарайчика підпалили. Слушай, ну ти ж дилда здорова, ну що, нельзя було остановити, ну балово. Не можна було, дядько, ми з Колей кумом стояли там, де ви нам приказали стояти. Де? На шухері. Не, ну ладно ви, подождите, ну а міліція, де була міліція? Міліція, вона у погребу. Где? Під вами, отам. Ви коли бузили, загнали їх туди вчора. Да не может быть, подождите. Так где мэр города? Вы мэра отправили. Куда? В нокаут сразу. Где он сейчас? Зараз він с козлами в хлеву. С кем? С пожарниками. Подождите. Вы их так вчера называли. Подождите, вот давайте не будем меня путать. Если вы говорите, что эти пожарники в хлеву, кто ж тогда сарайчика твоего затушил, а? Ви. Я? Конечно, ви ж столько випили і потім... Так, що ще було, говорите? Потім дядько приходив, голова колгоспу, так. Царство йому небесне. Та ви що? Якщо ви, звісно, не передумаєте. А потім з криками «Любі друзі!» так. Ви розваляли всі вулики Васі Одноглазого. Сильно. А що до этого було? Вася був двуглазий. Він бачив. Слушай, ну нічого не помню. А, ну это ж ваше вот это... А що это происходит? Що это... Здравствуйте. Пожди, що это за кукольний театр? Що это такое? Это... Здравствуйте. Мамо, тато, ось він. Да вы что, с ума посходили? Сынку!
Іди до мене! Що ви мені моргаєте? Йдіть! Ти Господи! Ну, как говорится, хоть тут пронесло. Мама дорогая. Ладно, любые друзі, селяне. Смотрю, немножко мы с вами вчера погуляли, да? Немножко, да. Чуть-чуть. Хочу загладить свою вину. Одну секунду. Сейчас. Знаете, сейчас с бюджетом не сильно. Но есть кредитная карточка. Не надо нам благодарить сиденьку. Стоп, подождите, я говорю, не нужно кричать. Да не кричите, голова болит. Я говорю, может, вы не знаете. Сейчас возьмем кредитную карточку, подойдем в ЖИК и снимем. Не надо, дядька, в нас же банкоматы болят, не надо. От селония своих. Господи. Хлопцы, чтоб хлопцы. Ты, дивись, там Ющенко проснулся и пчел запускает.